Друзья, сейчас мы на парковке ГИБДД, город Воронеж, Шелбрычево 3. Будем осматривать машину. Вот моя машина, Kia Rio A703. VA стоит без нарушений. Вот повреждение данного автомобиля. Вот он заезжает. Можно поближе его? Мобиль трогается. Вот мои нарушения. Вот, да, да, только вот эти. Нет, здесь мы в протоколе даже осмотрим. Нет, да. Я просто... Нет, здесь это нет. Я сейчас с вами пока размышляю. Да. Есть ли человек, нет, с открытой дверью. Да. Он должен был сначала зацепить это, а потом это, правильно? Не знаю. Так, вы как заезжали? Как вот так заехал, как сейчас. Расстояние, какое расстояние? Меньше было? Можете подъехать, вот как примерно было? Ну, как, нам... Вот примерно так, только ближе сюда. Вот, ну что? Возьмите поближе. Можно. Да, пожалуйста, не что. Подожди. Вот это вот, что? Вот это вот. Или, она или... и вот она царапина. А вот нет. Это вот погляди, что? Царапина вот это? Не знаю. Вот больше похож не на царапину, вот это вот. Так подождите. Он же с дверью с открытой ехал. Я как свидетель сказал такое. Да. Вот, если он с дверью с открытой ехал, то значит... Почему я с открытой дверью, он же ехал? Я не знаю, это мне свидетель сказал, что вы сдавали назад с открытой дверью. Где это? Это что? Вы вот. Видели когда-нибудь, чтобы на стоянку ставили машину с открытой дверью? А ну, там на видеозаписи рассказано, как вы ставили машину. Сейчас ну, мы посмотрим. Вот, мы сейчас посмотрим. Давай, поближе, подите, можно? Чуть-чуть поближе. Вы не демонстрировали, у меня есть видеозапись. Я с вами не разговариваю. Есть видеозапись. Мне видеозапись. Но я с вами не разговариваю. Так, Сергей Иванович, смотрите, такая ситуация. Значит, вот так ваши примерно машины стояли, да? Вот эти повреждения были нанесены вами? Нет. Я ему сказал об этом и показал. И внук подошел. 4 года был внук, он сказал, мы твою машину не трогали. Я вышел, ну он этот самый высадил его, и мы этот самый пошли гулять. Так, ладно, еще я вам один вопрос задам. Давайте. Смотрите, вот имеются какие-то потертости, я не знаю, вот царапины. Ну вот смотрите, вот нанесите вот этими потертостями, просто попытайтесь даже каким-то образом. Нет, вы просто покажите мне, товарищ. Не готов сказать, я просто спрашиваю, пока... Я просто спрашиваю, да это потому что... Я нанести не смог. Здесь все потертости. Не-не, у меня политика... Если вы сдавали назад и зацепили, вы бы должны были либо аркой, потому что у нас... Бампером, аркой. Я вас понимаю, чем здесь еще? Прямая. Я просто вас спрашиваю, откуда у вас могли... Ну, про 23 года машины. Тут она вот, она везде. Но не, вот ее не мыл я, не чистил. На следующий день... Подождите, вы сказали, что вы ремонтировали ее. Я не мыл, так, не чистил. Так, ваша фамилия? Юрий, ну, я ремонтировал ее. Вот не... Он ремонтировал, зафиксируйте, что он ее ремонтировал. Он мне сейчас напишет, объясню. Вот смотри. Юрьев. Все равно он ремонтировал ее. Он не должен был ремонтировать ее. А что тут? Я не вижу. А я не знаю, он ремонтировал ее. Может, это что-то подделал. Я тоже не вижу. Юрий, Дмитрий Анатольевич. Юрьев, да, и Дмитрий вы тоже тогда запишите. Воронеж. Замена шланга вот этого. Сейчас напишем. Воронеж, улица. Сибиряков, да? Да, Юрий Сибиряков, дом 28, квартира 41. Так. Я вот тоже сейчас пишу, что вот это посмотрю.
Так, документ можно ваш? Ремонт провел. Вас. Ремонт обычно проводит. Зачем ремонт проводить? Можно сделать машину, сказать, у меня ничего не было. Если нет страховки, штраф выпишет ему за отсутствие страховки. Сейчас проверю, вообще документ. Я пока не в движении, как я сейчас могу выпить. Так, значит, внешние повреждения. Коррозия на... Вот царапины я вижу, вот эти вот это царапины. Потёртый. Ну в чем потёртость? Я не знаю, вот это вот, я считаю, что это следы от моей вот именно машины. Да, понял. Возможно, следы от моей машины. На водительской двери, да. Потому что вот мы как с экспертом говорили, если открывать, говорит, дверь, вот он говорит, будет вмятина, говорит, в водительской двери будет вмятина, если открыть дверь. Это как эксперт сказал, а там... Ну, можно эксперт назначить. Да не можно, а нужно. Напишем, конечно. И я независимо сейчас поеду, сделаю. Если бы это потертости вот эти были, вот туда, то первое, что сделал, зеркало снесли. Но у вас свидетель, понимаете, есть, который вас видел. А что он видел? Ну, так, вы мне не отрицаете, что вы были за рулем. Да, то есть вы с данным гражданином разговаривали, да? Ждали ДПС полтора с лишним часа. Вы ждали ДПС полтора с лишним часа? Да, я вызвал жену с работы. То есть, подождите, вы ждали... Ты кто такой, спрашивает меня? Участник дорожного движения. Ну и все, вот у тебя вопросы. Вы ждали это... А на видео... Я еще раз говорю, со мной не общайся вообще. Ну я сам решил, с кем не общаться. Вы можете не отвечать на мои вопросы. Я с вами не общаюсь, я комментирую. Комментатор, а скажите тогда, пожалуйста, вот через полтора часа вы сказали что мне? Что сказал вам? Поезжайте. Я говорю, вопросы есть. Вопросы. А на видео это все есть. Вот так было? Было так. Ну так вот, а что? Ну вот так. А вы сказали, что я почему? С места ДТП. Ну это есть скрытие с места ДТП. Я сказал, вы спросили, а где эти добрые молодцы на видео? Да. Да, все записано. Сейчас мы посмотрим запись. А я сказал, не знаю, я ожидаю. Ну, я поехал, мне времени нет. Я не сказал, что я поехал. А мы посмотрим вы видео. Вы сказали. А на видео все есть. Ну, хорошо. Я же мозг вам... Да пойдите, прыгните правильно с моста. Вы же что, пойдете, прыгните с моста? Так. Была бы у вас страховка, можно было просто договориться по страховке, мне бы выплатили бы да все. Я с такими, как вы, не договариваюсь. А, ну не договаривайтесь, ну понятно. Страховки не было, вот вы и не договариваетесь. Можно на 2 минуты, можно. Буквально 2 минуты. Осмотр автомобиля. 10 секунд. Осмотр, что ваше присутствие было осмотрено. Автомобиль зафиксировал повреждение и все. Просто ваше присутствие. Ну, возьми, пойдите. Смотрите, значит, два автомобиля у нас, Kia. Номер А-703 ВА-736 регион. Что случилось? Указывает, что было ДТП с автомобилем В-98-ТЕ-36. Вот. Что был свидетель данного ДТП? Значит, я вас здесь пригласил для того, чтобы зафиксировать. Вот видите, потертости и вот царапины. То, что в вашем присутствии был осмотрен автомобиль Нива.
из протокола осмотра я вписал здесь потертости, царапины на левой двери. И имеется, я напишу, имеется. На середине левой двери. Коррозия. Вот. Ваша фамилия как? Петров. Нет. Козлов. Либо. Воронеж. Воронеж. Падает здесь. Сейчас нашли мы двух понятых. Вписываем понятых. Водитель ДТП не признает свои действия. Будем ходатайствовать о назначении экспертизы. Водитель сказал, что был 1.5 часа на месте ДТП. По времени он был 30 минут, что подтверждается данной видеозаписью, сделанной на видеокамеру Panasonic. Ну что, мы подписываем? Вот такого смысла. Ага. Ну, прочитайте. Значит, осмотр. УАЗ-21-03 в присутствии двух понятых. То, что вы участвовали при осмотре. Да, Георгиев, да, 28-41. Потертости, царапины на левой двери. Можно? Имеются коррозии. Дальше мне больше ничего не интересно. Мне больше не интересно повреждение. Да. Водитель, цифра 1, роспись по инициалу. Так, присутствующих. Один сюда, да? Да. Ага. Ваша роспись. Ага. Инициал. Инициал, фамилия инициал. Так, ага. Вы по цифре 2. Так, я закрываю машину, да? Мы сейчас да. Идем. Запись приостанавливаю.